Привет всем. Всем привет, нас слышно? Слышно ли нас? У нас будет, может быть, сейчас как будто мы ведем прямой эфир с пылесоса. Но, нет, но наш бизнес, он такой подразумевает, что можно вести хоть где прямой эфир, хоть с чего. Я сейчас вот могу вас видеть, да, здесь в чате, в прямом эфире, да, можете писать сообщения. Слышно. Угу. В общем, звук будет вот такой, немножко будет гудеть. Но это нормально. Микрофон у нас в планах покупки, поэтому будет скоро начинаться. Нет, а дома-то есть. Хорош. Вот. Давайте начнем. Так. На, уголочка. Так. Нас зовут Андрей Александр Лалыкин, и кто не знает, на сегодняшний момент мы находимся в статусе старших директоров компании Oriflame. На сегодняшний момент мы работаем активно уже три. Ну, короче, там мутное начало. Три. Активно три года мы работаем. И на сегодняшний момент получаем деньги. К примеру, вот поступление с... Я сейчас просто немножко скажу, да, чтобы просто имели представление. С 1 января по 14 мая у меня здесь выписка. Ну вот, поступление на 388 тысяч рублей. Итого у нас в день получается 2 900. А если посчитать еще и со скидкой, которая на номере остается, то вообще 300 в день. Ну это так, к примеру. Вот, а что я хочу сказать. Мы простые ребята... Живем мы в Кирове. Да, живем мы в Кирове пока. В нашем провинциальном городке. Да. Я по образованию юрист. Работал я в суде, как почти все юристы. Вот. Занимался бумажной волокитой. Бумажной волокитой. И там, именно там, на работе, я, спасибо ей, то, что я понял, что вот эта модель, она не работает. То, что сижу я на работе, что-то перекладываю бумажки, но все мои мечты не сбываться уж точно не будут. Вот 100%. Поэтому я проработал до 2010 года, и там просто приняли решение на то, что я тоже ухожу. Почему тоже? Потому что... И, кстати, всегда говорю, как бы не смешно это ни звучало, но пришлось уволиться с работы, потому что нужно было покупать квартиру. Еще ребенка тогда не было, но в планах он, конечно же, был. И поэтому нужно было что-то думать, и понимали, что работа по найму нам этого не даст. Даже элементарно купить квартиру, да, которую мы хотим, вот, и развиваться. То есть, как выражение мне нравится, школа, которая... дает знания, она готовит тебя к жизни, которой не существует. Вот, поэтому важно быстрее понять, вот я вчера на прямом эфире, или позавчера я говорил, то, что надо вот убирать у себя вот эту фантастику всю, которую мы представляем, вот эту сказочность всю это убирать. Потому что фантастика и сказки, они возникают отнюдь не из-за того, что они изначально были, они возникают из-за того, что ты каждый день просто пашешь, делаешь нужные шаги. А вот там уже начинаются в твоей жизни реальные сказки. Вот. Ну, расскажи, что ты, кем работал у меня. Я закончила высшее образование строительное. Работала я инженером-сметчиком, но я проработала, наверное, года три всего. Даже не помню стаж сколько у меня был. Вот. И когда мне просто элементарно перестали платить деньги, которые было и так... мало, на тот момент я получала 12 тысяч рублей, вот, и даже их перестали платить, мы с Андреем приняли решение, что я увольняюсь. Я увольняюсь с работы, и тогда мы еще жили с моей мамой, мы только-только в 2008 году поженились, вот, и я уволилась, Андрей работал еще тогда в суде, и начались наши такие, так сказать, поиск себя. Мама меня постоянно пыталась устроить куда-то на работу, и она очень долгое время продолжала это делать, какие-то собеседования для меня искала. Звонила мне: «Саша, сходи туда на собеседование, тебя здесь ждут». Но мы уже на тот момент уже не хотели работать в найме, и я, в принципе, не рассматривала возможность вообще работы по найму. Хотела что-то своего,
хотела что-то своего попробовать. Вот, и тогда мы начали заниматься. У нас мы не просто ушли с работы в никуда. Ну, это да. Нельзя делать, потому что у нас были рядом с нами примеры, которые просто ушли с работы в никуда. И в конечном итоге им снова пришлось устраиваться куда-то. У нас тогда уже был интернет-магазин, мы занимались там, ну, парфюмом таким, ну, недорогим. Вот, то есть мы ушли не просто в никуда, у нас был такой небольшой доход, который нам позволял, в принципе, нормально существовать. Ну, как нормально, на еду хватало там. Но он нам позволил переехать от мамы моей, снять квартиру и, ну, жить, существовать. Угу. Так. Ну, на тот момент у нас еще кредитов никаких не было, поэтому мы, в принципе, нормально могли, детей нет. Ничего не делать. Ну, в общем, свободно. И, кстати, да, у нас вебинар про семью, да, немножко там есть. И благодаря чему вот это все было, есть, да, и сейчас, благодаря тому, что мы, ну, знаете, вот как отношения ни на чем строятся. Не на тех, да, на букву С, там, знаете. Вот, они строятся на... А что, на букву С, что ли? Ну, дай на С, короче. Они строятся на диалоге. Постоянно идет диалог, постоянно мы сидели, разговаривали, так, это здесь, если сделаем, что тут будет, так, давай сюда, может быть, здесь, вот что-то. Вот мы вдвоем сидели и разговаривали, важно, родителей мы сюда не подключали, потому что, ну, родители у нас, их не обучали этому всему. Им они вот обычные раз... работники, да. По найму у нас. Ну да, у меня начальники оба, но тем не менее, они все равно обучались в той школе, да, в том институте высшем образовании, который, ну, готовили к той жизни, которой уже не было. Ну, знаете, да, с 91-го года все изменилось вообще абсолютно. Но образование не изменилось. Вот. Мы сидели вот это все на коленке, стряпали, как, что, да, здесь мы то делаем, здесь мы все делаем. Вот. И, кстати, хочу еще немножко сказать, сейчас пришла мысль такая, что нам тогда пришлось уехать от мамы. В принципе, нас все устраивало, да, здесь за квартиру не надо платить, даже эти же 10 тысяч можно было бы сэкономить, куда-то отложить, да. Но мы понимали, что родители, они, когда ты живешь вместе с ними в кругу, они постоянно, мы же для них все равно являемся детьми. И они все время, моя мама всегда спрашивала, хотя нам было уже тогда по 25, наверное, лет, и она все равно спрашивала, когда вы домой вернетесь, когда вы это, что вы здесь, и что вы покушали, а что вы здесь делали, а чем вы занимаетесь, да, и мы понимали, что это нас топорит, и мы приняли решение вот тогда переехать. Хотя это, ну, все равно это вложение, да, такое, когда ты снимаешь квартиру из семейного бюджета, сразу там, ну, 10 тысяч, да, это отнимается как бы нормально. Вот. Но нам это дало очень большой толчок в росте, и наши доходы реально увеличились. Не знаю, как это связано, но это реально вот то ли как-то это раскрылись. Ну вот сейчас мы находимся в родительском доме, приехали помочь, завтра мы уже уезжаем, и все нормально станет. Хотя мы здесь не конфликтуем ни с кем, но все равно. Все равно ритмы не те. Да. Как бы. Приходит время, когда надо все сваливать, собирать чемоданы и сваливать. Потому что это нужно для дальнейшего роста. Вы знаете, да, ну, ладно, про бизнес не будем говорить. Точнее, будем. Дальше, что мы сделали? Там как-то подвернулась нам такая тема, открыть магазин. Мы очень хотели себя попробовать, и мы всегда говорили, давай сделаем какой-то традиционный бизнес. Ну, посмотри, сколько предприниматели зарабатывают. Да. Давай мы тоже попробуем что-нибудь сделать. И вот когда, я всегда говорю, когда ты открыт для Вселенной, да, Вселенная тебе всячески начинает помогать. Мы задавали правильные вопросы, да, что нам сделать, как, где нам взять. И нам вот, ну, по воле случая, да, подвернулось вот это вот, открыть свой магазин. Ковры стран мира, у нас был хороших дорогих ковров, под заказ мы возили. Что хочешь сказать? Что, вложили денег туда нормально? Да, мы по неопытности взяли кредиты, чтобы, да, потому что понимаешь, что там не может висеть 2-3 ковра, нужно все равно ассортимент, чтобы люди приходили, смотрели. И самое, что интересно, да, сейчас есть сравнение с нашим бизнесом, если, ну, параллельно, ну, параллель проводить, в том, что когда это уже наш был, как это сказать, второй переезд, да, мы вначале открывали в другом магазине, ну, там, в торговом центре. И самое, что интересно, ты должен открыть ИП, сразу же уже начинаешь платить налоги, да, в зависимости, даже если у тебя нет никаких, доходов. И в то же время ты должен за 2 месяца вперед заплатить аренду. Аренда была не маленькая на тот момент. И... Ну, 70 у нас, вот в этом торговом центре у нас было 70 плюс вместе с зарплатой продавцам. Да, ну, то есть это сразу, да, считайте,
за 2 месяца вперед 140 тысяч отдать, плюс еще налоги тут же, да, каждый квартал начинаешь платить. Вот, и сравнивая с нашим бизнесом, что ты, в принципе, вообще ничего не теряешь, начав этот бизнес, и в любой момент ты можешь заключить договор с компанией, когда ты посчитаешь это нужным, когда ты посчитаешь это выгодным для себя. Вот. Поэтому, ну, такое веселое время. Мы закрыли этот магазин, слава богу, минус 2 мульта у нас было, чуть поменьше, ну, где-то так. В сегодняшний момент все, никаких у нас долгов нет, все отлично. Да, вот когда есть сравнение особенно, но нам очень хотелось это открыть, посмотреть, почувствовать вот это на себе. Сейчас ни за что никогда и вообще ни при каких обстоятельствах нет. Вот, традиционный бизнес. И, ну, никому не пожелаю, честно. Вот. И как вот сейчас, например, да, в период такой вот, ну, никто же не ожидал вот эту ситуацию в стране, и как переживают, у нас просто у Андрея, да, сестра предприниматель, тоже у нее свой магазин, и мы с ними общаемся, мы понимаем, что они реально сидят в просадке, кредит это платить надо, а у людей дохода-то нет, и подушек, и понимаешь, что даже подушки безопасности финансовой никакой нет, потому что они живут, можно сказать, одним днем. То есть они не знают, что будет завтра, кто завтра придет и купит у них, да, вот этот товар, который у них лежит. Вот. А здесь мы уверены, что каждые 3 недели, вчера уже Андрей говорил, я говорю, слава богу, что мы знаем, что мы каждые 3 недели получаем доход. И мы можем, ну, как-то рассчитывать даже, что, например, с этой зарплаты мы заплатим там вот это, с этой зарплаты мы купим вот это, с этой мы купим вот то, да, и, ну, как-то... То ли спокойнее, предсказуемо. Да, это предсказуемо, ты спокойнее можешь жить. Потому что вот все, в основном все предприниматели, они живут на тютелька в тютельку. То есть вот сводят, вот то, что свел ты концы с концами, все это твоя победа. Вот что это называется. Никто вперед, здесь невозможно традиционно. Ну, конечно, возможно, но это очень редко. Это жить сети, жить, огромные жить сети. Что-то вперед, да, откладывать, там, покупать, там, что-то такое вот. Такое редкость, в общем. В общем, мы закрылись, все, нормально. Ночами не спали, сейчас спим. Вот. И, конечно же, мы оказались в поиске. В поиске, что мы хотим вообще от жизни. Всегда так. Задавай себе вопрос, что ты хочешь. Вот что ты хочешь. От этого всегда. Что ты хочешь? Что, я нормально говорю. Что ты хочешь от жизни? Вот. Мы всегда, мы уже поняли, да, вот когда закрылись там, что мы хотим, вот денег нам надо, вот денег, чтобы мы их почувствовали, вот, вот просто вот почувствовали эти деньги, не, чтобы не из месяца в месяц в ноль выходить, всем все отдал, все, молодец, всем все заплатил, всем зарплату выплатил, все, молодец, сиди, жди следующего месяца. А чтобы вот сформировался остаточный доход, реально сформировался, что вот приходили денежки. Мы хотели путешествовать, потому что на традиционке однажды была такая ситуация, мы куда-то отошли, что ли, и продавцы у нас тоже там, а их не было еще. И мы отошли, и мне охранники показывают видео, короче, чувак с тележкой подъезжает, берет там пару-тройку ковров и уезжает в неизвестном направлении. Короче, они его там поймали, все обратно отвезли, и мы об этом узнали спустя где-то месяц. То есть мы реально не могли отвлечься, невозможно было отвлечься. То есть ты можешь уехать и приехать, и может ничего не остаться. Конечно же, там дом, квартира, автомобиль, все-все, вот это нас интересовало. Вот дайте нам какую-нибудь возможность, где мы можем вот это все сделать, реализовать. Для нас это было важно. И я на всех планерках, когда, не на всех, да, а вот на вводных, да, когда пишут мне новички, я им говорю, ребята, не подходите здесь со смыслом таким. Я сейчас здесь поработаю, и небось, что-нибудь на выходе-то будет. Попробую. Попробую, да. И хоп там, и может мне денежки заплатят, и я подумаю, что я с этими деньгами буду делать. Нифига подобного. Oriflame для вас это транспорт, везущий вас из точки А в точку Б. Точка А это сегодняшнее число, 20 мая, где вы находитесь, кто вас окружает, в каком вы сейчас статусе, что вы, да, сколько у вас денег и так далее, какие вы эмоции переживаете. Точка Б это то, где вы хотите оказаться, что вас тогда будет окружать, какие у вас будут деньги, где вы будете жить, где будете путешествовать, что у вас будет на столе, какие шмотки вы будете, какую одежду вы будете одевать, все-все-все. Так вот, Oriflame это транспорт, который вас повезет, но надо знать, куда ехать-то. Точку Б вы должны точно знать, что вы хотите. Вот, то есть мы определились, что вот нам нужны вот эти, знаете, такой базовый набор. Дом, деньги, путешествия и такой, ну, нормальный автомобиль, чтобы было безопасно ездить, а не так, что дно отпадет и бегом бежишь в нем. Вот. И
смотрите, тогда для нас было вот такие вот три основных направления, что мы могли вообще для себя взять. Это традиционный бизнес, от которого мы уже открещивались пятками. Вот. Это был сетевой бизнес и франчайзинг. То есть традиционный бизнес мы все. Франчайзинг, понятно, тогда только еще начиналось, вот эти все франшизы, покупка франшиз, там, ну, знаете, как гарантированный бизнес, в кавычках, который может не идти. Но франчайзинг, он стоит реально денег. Ну, знаете, франчайзинг, как Макдональдс, там вот эти все салоны. Купил идею, да, и ты ее потом реализуешь. Тебе приехали, там все тебе настроили, и ты только деньги плати, и все. И все, типа, у тебя будет все работать. Но это стоит реально денег. То есть, чтобы что-то более-менее купить, там, 3-4-5 миллиона нужно будет. Мы тогда были в минусах, то есть об этом не могло идти речь. И мы для себя рассмотрели такой, ну, кстати, на работу по найму уже было бессмысленно устраиваться, потому что там без, вот, и так надо было помимо еды 40 тысяч обязательных платежей каждый месяц выкладывать. Ни одна работа у нас тут такого не могла дать. Поэтому не вариант. У нас в городе очень маленькие зарплаты, ну, средние, наверное, не знаю, по России сколько. Ну, тысяч, наверное, сейчас на данный момент тысяч, наверное, 20. Mm-hmm. Средняя зарплата 15 даже. 15-20. Mm-hmm. То есть, если мы даже вдвоем устроимся, то нам на еду даже не будет оставаться. Вот. Ну, такое нереально. То есть, это был сразу отметали мы этот вариант, потому что было что-то такое посерьезнее, чтобы денег больше приходило. Вот. И мы выбрали сетевой бизнес, потому что идея есть, система готова есть, не нужен никакой стартовый капитал. С пустыми карманами, чисто с паспортом, можно начать этот бизнес. Вот. И, конечно же, возможность как раз этого пассивного дохода. Ну, хотя бы что-то было, чтобы типа псевдо-пассивного, чтобы ты мог хотя бы уехать куда-нибудь отдохнуть. Вот, отдохнуть, приехать, у тебя все нормально дальше бы развивалось. Вот. Ну вот. И тогда нам, конечно же, да, мы в поиске, и повалились еще такие всякие предложения. В которых мы, кстати, поучаствовали с минусами. Я просто вопросы читаю, пока вопросов нет. Нету, потом в конце отвечу. В конце вопросы записывайте, потом мы на них ответим. Поиски возможностей, да, вот сразу начинается сыпаться всякая вот, ну, дребедень сейчас на сегодняшний момент. То есть, в кавычках возможностей. Да, в кавычках, то есть там... по сетевому маркетингу и так далее. Мы работали уже тогда в сетевом маркетинге, в различных пробовали себя. Вот. У нас... Reflame это не наша первая регистрация. Да, в Reflame это у нас не наша первая регистрация и не вторая регистрация. В общем, людей мы могли приглашать. Вот реально, да, любой проект возьми, умеем туда людей приглашать. Конечно же, пирамиды всякие начали сыпаться. О, ребят, вы такие молодцы, давайте, погнали с нами там. Но, во-первых, пирамиды это уголовно наказуемое дело, реальные сроки светят. Реально на сегодня сроки светят. Есть много прецедентов. Люди сидят. Вот. То есть, смотрите, они просто себя завуалированы, что под сетевой маркетинг. Но это на самом деле все равно остается пирамида. Потому что там есть высокая плата за вход. Ну, то есть, ты должен заплатить денег. Но если денег там не платят, то дают какой-нибудь там калькулятор, который ты должен там купить за $2000. Вот. Там продукта абсолютно нет. Либо он какой-нибудь ненужный псевдо, либо там инфопродукт какой-то, сейчас вот информацию там мы продаем. Телефонная связь, вот что-то такое, что вот пощупать ты не можешь, то, что ты не предложил бы своим родителям. В общем, вот из этой категории. И там по факту заработок ты получаешь от взносов вновь прибывших, там так есть. Приведи сюда таких-то, таких же ненормальных, как и ты, и будешь, у тебя будешь денег. По сути дела, там нет никакого обучения такого качественного. Там просто как вот приведи людей, да, мы их обработаем, они заплатят, и все нормально будет. Вот. И сразу же вот пятый пункт, это один из важных. Могу ли я заработать больше, если пришел позже? В пирамидах нет. Там есть человек, который это все организовал, и пирамида работает до того момента, какая температура плавления у этого человека. Ну, через сколько он сможет испортиться от денег и как бы быстро поменять свое гражданство. Вот. То есть заканчивается обычно вот этим. Все, сайт выключается, человек уезжает уже задолго до этого, и все. Всем спасибо за внимание, да, занимайтесь своими делами там. Вот. А сетевой маркетинг что такое? Что тут такое? Здесь небольшая оплата за вход, ее вообще нет. Вот. Есть продукт, конкретный продукт, который можно пощупать, потрогать, намазать, получить результат, который ты без проблем можешь
порекомендовать своей, ну, своей маме, потому что с мамой обычно, да, отношения у всех, ну, самые теплые. Вот, иногда бывает нет. Вот. И ты получаешь заработок и от реализации потребления данного продукта. То есть формируется вот этот товарооборот нормальный, который должен быть и так. И вот этого получается заработок, то есть процент. Как и любой бизнес, да, допустим, там мои родственники. Продали, получили все, разницу получили, все, все сыты, довольны. Вот такой вот процесс. Обучение. Об обучении, да, о нашем обучении экспресс-карьера ходят легенды. То есть мы реально научили весь интернет работать онлайн. Здесь просто так, я больше здесь ничего добавлять. Мне кажется, мы можем научить, как это, даже чайника. Да. Не убавить, не прибавить, как бы здесь. Любого так. человека. Могу ли я заработать больше, если пришел позже? Да. Да. Однозначно, да. Да. Можете. Можете. Без проблем. И вы можете легко перерасти своего спонсора и зарабатывать намного больше, чем он. Вот. То есть здесь, то есть понятно, да, какой мы вариант приняли и чем мы воспользовались. И мы искали, мы реально искали много сетевых компаний, реально, я вам говорю. То есть, что такое для меня реально, да? Приглашали, короче, на свою кухню там лидеров других сетевых компаний, они нам рисовали кружочки. Мы им говорили, а вот если не так сделать, а вот так вот, например, построение сделать, чтобы постабильнее немножко было. Они такие, зачем вы так делаете? Не надо так делать. Не так. Один еще прикол, он пришел, мы его позвали рисовать на маркетинг, он с собой еще новичка взял, короче. И он пожалел. Он пожалел, короче, потому что там тема моя началась. То есть вот так вот как бы он делать-то. Новичок там сидит уже, у него голова кипит. Вот. Отметали, смотрели, вроде все смотришь, сетевая компания вообще супер, вообще все идеально, хоп, тут в логистике провал. Другую смотришь, все супер, по выплатам тоже фигня какая-то. Звездочки, обгоны, эти боковые отрывы, вплоть до последней ступеньки карьерной лестницы по жизни будешь боковой отрыв делать. Вот, то есть не видать тебе пассива, как своих ушей там в этих сетевых компаниях. Смотришь, здесь одно, здесь другое, здесь вообще бизнес по-русски, то есть вообще. И приняли решение мы, пойдем-ка мы лучше в Oriflame. В третий раз. Почему? Да потому что на сегодняшний момент Oriflame 53 года присутствия на мировом рынке. А о чем это говорит? Это говорит не о том, что, блин, все уже Oriflame уже у всех. Нет, это говорит о том, что компания на сегодняшний момент одна из самых стабильных компаний. Например, компания ГАЗ в России, знаете, такая известная компания, из ГАЗ начинается. Вот, ей меньше лет в два раза, чем Oriflame. А так и все что-то говорят про эту компанию, хотят там работать. Нет. Вот, Oriflame лучше. Второе. Бизнес по паспорту. Что это такое? Да, это то, что ты можешь просто удостоверить свою личность, что вот я, да, Лыкин Андрей, я хочу здесь работать. И то, что я здесь наработаю, это действительно мои деньги. И они вам и достанутся. То есть без особого труда вы можете начать этот бизнес в любой точке вот мира. Вот. Третье, нет абсолютно никаких рисков. Ну какие у нас риски обычно? Вот у обычной обыкновенной семьи. Это обычно финансовые риски. Потому что когда вот такие случаи, да, когда перестают приходить в семью деньги, да, не в деньгах счастье, да, понимаешь, но отсутствие денег по-любому ведет к несчастью. А когда приходят деньги в семью, жизнь реально улучшается. Просто крылья там по своей половинке смотришь, вот, реально крылья расправляются. Все складно и ладно становится. Вот три, нет рисков, финансовых рисков самое главное нет. Ну вот это очень важно, потому что вот на эмоционалку финансовые риски, да, не здорово сказываются, ты реально спать не можешь. А здесь крепкий сон, здоровые нервы, а это самое главное. Что, не хочешь сказать? Нет. Нет? Нормальная цена вот за высокое качество. Вот нормальная, адекватная цена. Вот. Про зубную пасту, вы знаете, да, Oriflame, что в нее, в какой состав в нее входит, что это за зубная паста? Что вы стоит 79 рублей. Да, стоит 79 рублей. Как Андрей всегда говорит, что вы тоже смотрели, когда выбирали, сравнивали эти продукт, ну, потому что это немаловажный фактор, и понимали, что сможем ли мы этот продукт предложить нашим родителям. Ну вот Андрей, например, у него родители уже на пенсии, да, и смогут ли они себе позволить купить вот этот продукт? Однозначно смогут, да, по различным акциям, программам, потому что цена и качество, ну, само за себя говорит, да?
Вот. А были просто другие сетевые компании, в которых была очень завышенная цена, и ты понимаешь, что, например, сегмент как, ну, не знаю, там, пенсионеры, там, молодежь, да, они не смогут себе его это позволить, потому что для них это будет реально дорого. Когда ты, ну, начинаешь зубную пасту за 300 рублей продавать, да, ты начинаешь много чего фантазировать и говорить много неправды. Вот они так себя ведут. А здесь обыкновенная цена, нормальная цена, да, нормальная цена, а качество, ну, да, попробуй, почувствуй. Почистил зубы, все нормально. Месяц чистишь зубы, тоже все отлично. Все, компания при этом так и пишет. Вот, не знаю, обращали внимание, на каталоге написано 100% гарантия качества. Это не просто так, что там сотрясать воздух, да. Это реально вот то, что компания отдает зуб за качество своей продукции. Когда меня все время спрашивают: Саша, а почему у тебя такие зубы белые? Какой пастой чистишь? Я говорю: наша Oriflame. Oriflame? Конечно, Oriflame. Пятое. Официальный доход. То есть вот нормальная цена, высокое качество, я этим реально горжусь. Вот я за это спокоен. Меня не вызывает никаких там внутри, знаете, какой-то там, знаете, непонятного ситуации, когда тебе не уютно. Если кто-то у тебя что-то, например, из знакомых купил, да, заказал у тебя, а ты понимаешь, что, блин, какую-то ты фигню продал. А здесь ты реально уверен, то, что человеку это понравится. Да. Честно, я вот таким прибегал к таким вещам, когда я брал коробку тушей, надо было срочно туши продать. Брал коробку тушей и ходил по клиентам, по своим организациям из того бизнеса и продавал вот это все. И вот смотрите, настолько качество классное, что я мог продавать, например, я продал девочке с нарощенными ресницами. Причем я продал не по цене каталога, я не продал не по нашей цене, минус там 20%, этим я таким вообще не прибегаю. Я продал цене интересной для меня. То есть она нет, была... он продал по цене, которая не скидка была в прошлом каталоге, а здесь продукт был без скидки. Он взял цену и по ней продавал, какая она была по каталогу, но без скидки. Без это акции. Реально кайф, ты понимаешь, что это действительно клевый товар. И они тебе пишут: молодой человек, а что они чем тушат такие характерные-то? Я говорю: девчонки, вот честно, я не пользуюсь. Вы что, у мужика-то спрашиваете? Нормальная тушь берите. Вот взяли тогда целую коробку, ну, я все распродал, все отлично. Ладно, давай дальше. Вот. Пятое. Официальный доход. Официальный доход. Нужен официальный само доход? Само за себя говорит. Само за себя. Нужен вам официальный доход? Тем более сейчас, когда с 2020 года можно открыть самозанятость, это вообще, ну, круто. Всякое бывает. Нужно там, например, что-то не хватает, дотянуть, там, перекредитоваться. Вот официальный доход вам поможет в этом? Я думаю, что поможет. Вот. Без проблем. Да. Тут про официальный ход ничего говорить не буду. 6. Удобная регулярность выплат и премий 17 раз в году. Вот. Это здорово. И Саша об этом говорила. Ты можешь планировать свою жизнь, свои покупки, отдых, например, что и где, что и как. Ну, дальше об отдыхе мы поговорим. Карьерный рост без потолка. То есть начальников нет. Перерасти можешь хоть кого абсолютно, даже своего спонсора, который тебя сюда пригласил, это легко. И это к тому, знаете, что, например, там, пришел сюда и держишься там, да, что вот главное удержать свой уровень. Не надо ничего держать, у вас здесь нет потолка, вам не нужно это, растите дальше. Задавайте правильные вопросы, да, во вселенную. Как мне перерасти в этом каталоге на столько-то баллов? Да, переключайте скорость, хватит гонять на первой скорости на Феррари. У вас Феррари, переключайте скорость за скоростью. Она у вас будет набирать обороты. Ваша жизнь начнет набирать обороты и краски. Вот. 8. Пассивный доход. Волшебная вещь, да? Мы сидим, а деньги идут. Суровня золотой директор. На сегодняшний день единственная компания, которая за такой минимальный товарооборот дает возможность пассивного дохода. Но я не хочу на этом заостряться, потому что, ну, у вас сил, полно силы и энергии. Какой вам пассивный доход? Просто дальше шпарим. Пусть вот этот пассивный доход, он будет вашей такой... На бриллианте. На бриллианте, да, и пусть вот на золоте, допустим, пассивный доход будет вашей такой железобетонной стеной защиты, что вы знаете, что у вас это есть, но вы просто дальше пашите и все, без проблем. Это здорово, когда вот у тебя есть такая поддержка. Вот. 9. Передается по наследству, да, третья глава Гражданского кодекса, она здесь работает, компания ее четко чтит, потому что вот семейные ценности именно здесь, в самом руководстве компании, они очень крепкие, и на нас это также это все проецируется. Передается все по наследству. Примеров очень много, как это все делается.
Вот. То есть мы можем создать финансовую подушку не только для себя, да, чтобы живя на пенсии, все равно она когда-нибудь придет, но и также для наших детей. Потому что они все доходы и все бонусы будут получать. Вот. Ну и 10-й это автобонус. Он есть. Причем он с каждым годом он все устроился. А еще хочу добавить здесь 11-й пункт для нас, да, ну, для нас именно почему Oriflame? Потому что здесь можно работать в семейной паре. Есть такие сетевые компании, в которых нельзя мужчинам работать. Там прямо прописано это. И поэтому ну, тоже выбирали, чтобы можно было и приветствовалось это в семейной паре. Угу. Что прописано? Что-то... Вот. А, ну, давай. Давайте тогда по пунктам. Мы делаем то же самое, что делают остальные. Ничего такого сверхъестественного мы не делаем. Мы просто делаем это регулярно, ежедневно. Вот. То есть у нас что, наш весь бизнес строится на трех пунктах, на трех китах. Блин, такие круги у меня под глазами. Ладно. Вот. Первый пункт это потребление, личное потребление. Здесь, я думаю, что все понятно, да. Вот не ходим мы в магазин, где там вот тебе объясняют что-то. Там. Все, давай, до свидания, там, купил, все, до свидания, приходи к нам еще, спасибо. Вот, а меня мы на свой Oriflame бутик. Где мы все комфортно, с интересом. Покупаем, разглядываем. Вот. То есть меняем все, что у тебя в ванне там закончилось, мы меняем все на Oriflame. Вот. Потому что я уже говорил, компания дает 100% защиту от подделок, 100% гарантию качества. И самое-то главное, вот эти, ну, не знаю, я такой брезгливый человек, когда раньше приходил в магазин, нюхал бутылочки с шампунем. Там, это ты, недели. Значит, был. Я, да. Саша такая же. Вот. Когда скрывается бутылка, туда попадает внешняя микрофлора. И в ней там начинается эволюция в этой бутылке уже своя. Вот. Там срок годности уже начинают идти, и реально люди это до сих пор делают. Мы не покупаем уже это в магазинах, мы ходим, например, наши же Магнит Косметикс, там купить для посудомойки что-то какие-то. Не рекламируй. Вещи, да? Ну, вообще, мы ходим туда за обыкновенный магазин. Обыкновенный. И люди все равно нюхают эти баночки и потом их покупают. И я вот смотрю на это, и мне как-то вот не по себе становится. У нас приходит все запечатано в блистере, отдельная коробочка для тебя. Никто ее не открывал, не скрывал. Ты можешь сам. Как знаете, вот у нас, например, получение заказа это прям как праздник. Сразу распаковка, да, посмотреть, что пришло, понюхать. Ребенок здесь все прямо для него это тоже такой праздник. Вот. И также, кстати, это можно делать заказы как для себя, так же для своей семьи, для своих родных, для близких, для своего окружения, да? Когда ты понял, что это клевый продукт, да, через тебя начинает твое окружение покупать. Вот. Поэтому. И, кстати, хочу немножко сказать, да, ну, из нашего опыта, мы сами можно организовывать личные покупки, ну, совместные покупки со своими родными, да, ну, там, с знакомыми даже. Вот. И мы, ну, свое личный товарооборот делаем для себя. Для себя, для своей семьи. Мама у меня заказывает. Но, в принципе, этого достаточно. Вот. Но наше окружение, оно знает о том, что мы в Oriflame. И когда нас реально спрашивают, где вы работаете, и даже мы еще были не директорами, были менеджерами, когда нас спрашивали, а вы где работаете, чем занимаетесь? Ну, когда, например, что-то знакомишься, особенно у нас ребенок, да, растет, и все равно приходится заводить какие-то новые общие контакты с кружками, там еще что-то, то мы всегда говорили, мы работаем в Oriflame, то есть мы развиваемся в Oriflame. И я так к чему, да, то, что здесь начали прилетать мне заказы от людей, которым я даже, ну, они знают, что в Oriflame, я так поняла, это было через какое-то окружение, так было, ну, кто-то кому-то сказал, и девочка мне пишет прям заказ. Саша, закажи мне, пожалуйста, вот это, вот это, вот это, вот это. И там был, ну, такой хороший заказ. И я понимаю, что вот уже Oriflame, он сам, по идее, за себя, как это сказать, работает. 53 года, не просто так. Да, то есть люди, они элементарно в поисках консультантов, чтобы у них можно было заказать. Потому что сейчас, ну вот если раньше, например, ты заходил в какой-то магазин, там в парикмахерскую, там еще что-то, там лежали каталоги разные, да, там еще что-то, то сейчас каталогов этих нет. Потому что люди, ну вот как перешли в интернет, да, сейчас вот эти совместные даже покупки можно организовывать все, ну, в интернете. Прикол, хотите, он тоже по этому клиенту у меня старые были, я тогда еще ездил, приезжаешь в какую-нибудь глубинку и... Ну, там у тебя есть там немножко пару продуктов от Oriflame, там пару тушей. Они говорят, слушайте, а вы можете нам регулярно вот возить? Нам просто вот год назад был консультант, жил, а сейчас никого нет. И мы не знаем, у кого купить.
То есть по факту сейчас вот это начинается, то, что нету. Реально нет, люди готовы, но нет ни у кого заказывать. Вот, если вот делать вот это потребление, да, то ты найдешь свою аудиторию, то есть у тебя начнут заказывать, тебе будет не хватать, например, тебе надо будет все больше и больше, больше баллов делать. Вот. И это здорово. То есть это больше и больше доход каждый, ну, такой быстрые деньги у тебя будут расти. И самое главное еще становиться продуктом своего продукта. То есть вы должны выглядеть хорошо, да, от вас должно вкусно пахнуть. Когда, например, мы тоже встречаемся с девчонками, ну, например, там у Пети там по школе с мамами, да, то мы все равно, ну, у нас какие-то такие теплые отношения, потому что, ну, потом мы расскажем, где у нас учится ребенок, вот, и они так меня обнимают, ну, у нас так это, и они такие говорят: а что у тебя за духи такие вкусные? Говорю: Орифлейм. Ой, а можно я тоже понюхаю вот их? И то есть ты понимаешь, что ты становишься, ну, как это сказать, ну да, продукт своего продукта. Главное это начать пользоваться самим и найти те продукты, которые вам нравятся, которые вы любите, и вы сможете легко сказать: вот это вообще супер, возьми, ты 100% не пожалеешь. Потому что в компании огромный ассортимент, более 1500 наименований, и у меня есть как продукты, которые мне не подошли, и я их и рекомендовать не буду, и сама ими не пользуюсь, но также есть любимые продукты, которыми я пользуюсь каждый день, которые я могу рекомендовать и знаю 100%, что человеку понравится. Да, и компания сама это производит, она не является перекупом каких-то там патентов, она вся сама все разрабатывает. Ну, что, потому что институт исследования кожи у компании свой. Не зря. Вот. Второй пункт, второй кит успеха – это приглашение. То есть обычно, да, начинают там про приглашение говорить, и у людей начинает дергаться глаз. Потому что я, значит, ей звоню, она трубку не берет. Что за фигня? Вот. Раз уж мы с вами разработаем в интернете, вот реально в интернете, хороший рафинированный бизнес удаленно, удаленная работа, то мы берем людей где? В интернете. В интернете. Там их куча. Вот мы с вами здесь сейчас находимся, да, нас здесь много. Вот. Где они находятся также мы каждый день? Где? В социальных сетях мы, всяких мессенджерах находимся. Кто-то ходит, лазит по доскам объявлений. Там огромное количество людей, которые хотят открыты к новым возможностям, открыты к заработку. Потому что сейчас реально все направлено на то, чтобы человек заботился сам о своем доходе. Вот. Это важно понимать, что надо переставлять ножки. Вот. Приглашение. То есть по факту, да, сейчас у нас работа заключается в том, чтобы мы являемся не то, что «Алло, здравствуйте, пойдемте со мной в бизнес», а то, что мы являемся сейчас просто операторами входящих заявок. Мы либо делаем это вручную, да, что нам начинают люди писать, либо мы делаем это автоматически, где-то за денежку, где нам начинают писать, что платно, что бесплатно, оба метода. Все работают. Вообще любой метод работает. Да, у нас не оба метода, кстати. Методов сейчас много. Все методы рабочие. Нет ничего, что что-то плохое, что-то хорошее. Все работают. Главное, чтобы найти его по душе. И у нас вся команда, вот если брать, да, нашу команду, она вся приглашена с интернета у нас. Вообще большая уже такая. Ну, есть там пару знакомых, друзей, и все. Все полностью сделано на удаленке. То есть это все легко и комфортно делается. Принцип такой. Да, нет, следующий. Сказали, ну ладно, до свидания, найду тех, кто готов. И все. И главное еще нашу как бы, работу преподносить как возможность, потому что это реально возможность для людей изменить свою жизнь. Вот если сравнивать нас до, да, когда мы перебирались с копейки на копейку, и, ну, как бы было очень тяжело с деньгами, да, и сейчас, это реально возможность. И я иногда просыпаюсь и думаю: слава Богу, что я рассмотрела эту возможность, да, и я начала здесь работать, да, понимаю, что, конечно, когда ты приходишь, ты только регистрируешься. У нас тоже было в кабинете 0 баллов, 0 новичков, всего 0, там вообще 0 дохода. Но, однако, каждодневные действия, когда ты делаешь, ты вроде понимаешь, что ты делаешь простые действия, да, потому что, ну, выдели время для рекрутирования, там, 2-3 часа, да, сколько тебе там надо, кто-то 5-6 часов, кому нужно еще быстрее, да, новое звание. Вот, и начни делать это каждый день, и ты увидишь, что результат, он придет. Но не бывает, это у нас не... Как там говорится-то? Марафон? Это у нас марафон, да. Это у нас марафон. То есть у нас марафон – это забег на длинную дистанцию. Но дистанция эта потом может оказаться на всю жизнь. То есть потому что вы, благодаря Oriflame, вы сможете изменить всю свою жизнь. И жизнь своих родных и близких.
То есть, что ваши дети, вы детям не будете говорить: дорогой, там, давай мы пойдем куда-то учиться в другое место, потому что мама с папой не могут тебе позволить учиться здесь, да, потому что у нас финансы не позволяют. А то, что мы можем сказать: дорогой, все двери для тебя открыты, даже не только Россия, но еще и за границей, если ты захочешь. Но родителям надо сейчас поработать для того, чтобы сейчас, ну, создать вот эту финансовую подушку, чтобы он мог потом стартануть. И наши дети должны жить лучше нас. Мы должны жить лучше своих родителей. Вот. Угу. Что-то хотел сказать, забыл. Ну ладно. Значит, Саша сказала. Вот. Поэтому делайте каждый день, несмотря на, вообще несмотря ни на что там. Тем более нам никуда не надо ходить. Это мы не зависим от погоды, да, там что солнце, жара, там, да, либо дождь на улице. У нас нет, у нас все в телефоне, все в телефоне. Я работаю, часть работы делаю в телефоне, когда еду куда-то, там, например, там, ну, в автобусах сейчас, правда, не езжу в связи с такой ситуацией, но раньше, когда ездила, я работала там. Все, поехали дальше. Да. Вот. Третье, то есть первое мы с вами поговорили, это личное потребление, второе это приглашение, и третье это обучение, потому что новые доходы требуют новых знаний, потому что, скорее всего, до этого у тебя знания такие, что они в текущей жизни они не работают, тебе важно их получать, и важно быть готовым к новым знаниям. Открытым. Да, принимать их, принимать. Потому что, например, даже когда я перед тем, как жениться, допустим, на Саше, у меня были одни знания о девчонках. Когда я женился, они стали другими. Я их принял. И сказал: нет, только не это. Почему вы такие все? Я же так не говорил. Я говорю: ну да, вот такие. Что, мне с этим сейчас жить надо? Полюбить, короче. Вот. И ко всему надо так относиться. Например, к мужикам, да, у вас тоже появляются новые знания о нас. Что мы такие. И самое, еще сейчас пришла мысль, да, что люди, они могут менять мнение в отношении, да, если вам сначала ваше близкое окружение ни вас не поддерживает, наше близкое окружение нас вообще не поддержало ни в чем. Я говорила уже, да, что они пытались нас устроить на работу постоянно, я придумала всякие отговорки, почему я не могу прийти на эти собеседования. И они говорили, у нас столько было вообще разговоров, когда у Андрея мама садилась с нами, серьезно говорила: Андрей, у тебя семья, тебе важно, они заботятся, тебе важно, чтобы деньги были в семье, может, ты все-таки устроишься на работу? И это было постоянно. Вот, мы такие: угу, все, мам, я понял, давай, все будет хорошо. Вот, к чему это? К тому, так потому что люди не знают об этом. А, вот, и что мнение меняет, вот почему я. И что люди, они реально, и сейчас мама просто, она периодически, она молчит уже, ничего не говорит, она не знает, сколько мы получаем, но она периодически просто нас спрашивает: вам там денег хватает? Денег хватает, не надо вам? Нет, не надо, все, спасибо, у нас есть. И моя мама тоже, она всегда говорит, меня все время спрашивают, я говорю, они в Орифлейме занимаются, а что хоть они там делают, сколько, ну, всем же интересно, да, как залезть в чужой карман. Вот, мама, я тоже не знаю, сколько мы зарабатываем. Она говорит, денег не просят, значит, на все хватает. Вот, поэтому сейчас скажу честно, мы живем только на деньги Орифлейм. То есть у нас Андрей до кризиса еще как-то, ну, так сказать, работал, да, там где-то дополнительно. Ну, клиенты, и что, и куда их, да, деть-то, но они сами, есть. Они сами звонили, да, но то есть сейчас мы полностью в Орифлейм. Да. Это наша была цель изначально. И всегда еще, кстати, скажу свои мысли, недавно команде делилась тоже, что очень важно ставить цели не так, что вот вы пришли и сразу такие: о, бах, и мне на 100 тысяч рублей, да, вот как у нас одна девочка пришла и говорит: сколько ты хочешь там, ну, вот, к Новому году, тогда был месяц, сколько, да, 2 месяца, она говорит: 100 тысяч мне надо, хотя сама вообще ноль, не умеет приглашать вообще ничего, ЛТО не организовывает. И Андрей говорит: ну давай, дорогая, ты должна там по 20 новичков в день приглашать, готова сейчас это делать, чтобы тебе 100 тысяч зарабатывать? Нет, не готова. Ну так понятно. И мы когда пришли, у нас была цель такая, что нам нужно было закрыть кредит, то есть я говорила, как круто было бы, если бы мы получали бы 12 тысяч рублей, чтобы, ну, у нас на кредиты хватало, да, чтобы нам и семейного бюджета не брать. Стали приходить 12. Потом, хоп, у нас там ребенок платно учится, да. Вот здорово было бы, если бы на школу еще хватало. Хоп, стало приходить больше вот именно на это. Потом думаешь,
блин, классно будет 20, ну давай вот 30, будет здорово, да, вот. То есть не так, что я сразу захотела там с 20 перескочить сразу там на 50, на 100 тысяч рублей, это здорово, понятно. Но ставьте планки свои постепенно, то есть, потому что ваш доход, он все равно будет расти. Но если вы для своего мозга скажете, что там зарплаты 20 тысяч рублей и мне нужно 100 тысяч сразу же, да, там буквально за короткое время, этого не будет, ваш мозг просто в это не поверит, он просто разорвется. Из-за чего говорят, что даже машины нужно менять постепенно, не так, что ты сразу с десятки пересел там на лонг-крузы, грубо говоря, да, это все равно должно быть как-то, ну, постепенно твое строение, или как сказать-то? Постепенный рост. Да, постепенный рост, вот. И поэтому потом сейчас, например, да, ты понимаешь, что, ага, вот нам сейчас нужно жить на Oriflame, поэтому как здорово бы, чтобы нам приходил еще больше дохода, да, чтобы мы смогли уже и какие-то там, и вот это, вот это, и вот это проплачивать, да, и еще жить, чтобы еще и оставалось откладывать, потому что это тоже очень важно. Помните, да, я вам говорил про то, что это, про пункт Б, то, к чему мы хотим. Oriflame повезет туда. Главное знать, ради чего туда едешь и зачем туда едешь, что ты хочешь получить. Тогда он начинает работать. Вот. Сейчас у нас так вот и происходит. То есть мы знаем, что хотим, и Oriflame, он выполняет наши вот эти все задачи. Но не забывайте, что это не так, что я захотел, и я сижу здесь на диванчике такой и чаты просматриваю. Но я же работаю, я же чаты просматриваю. Это я про себя говорю, потому что я вначале была вот такая же. Андрей, когда он приходил, говорил, что ты сегодня сделала? Я говорю, погоди, дорогой, я вот здесь чаты почитала, вот здесь вот это вот сделала, здесь этому ответила. Подожди, основное ты не сделала. Где рекрутирование, где сегодня новичок у тебя там, где вот это вот, почему этого нет? Это потому что, ну, как кто знает, это не Саша меня пригласила, это я ее в Oriflame затащил, посадил, говорю, на Регасе и кружочки рисовал, что это на третий раз уже, на третий раз. Я говорю, смотри, мы вот строили команды, да, там вот до этого, до Oriflame, да, давай мы здесь сделаем результат. Директора, смотри, его просто сделать, приглашать просто. Люди это будут покупать, потому что это им надо. Вот. Посадил все. 150 баллов, конечно, она у меня выпросила сразу с первых же дней делать. То есть, на wellness. На wellness, да. То есть первую ступень карьерной лестницы процента мы быстро вышли, и мы сразу пошли ее отмечать. Понятно, что мы денег спустили там в кафе больше, чем заработали на 3%, но тем не менее, мы пришли сюда реально строить бизнес. Вот мы пришли сюда, и мы больше отсюда не уйдем. Пришли, и вот после этого начало все крутиться и вертеться вокруг нас. То есть, когда ты придешь и скажешь, я отсюда никуда не уйду, да, если до последнего, не так все закрутится, просто обалдеешь. И чтобы не было никаких, потому что все равно за время работы, да, бывают и взлеты, и падения, да, и когда ты вроде понимаешь, что, блин, ничего не хочется, да, просто найдите для себя то, что, где вы восполняете свои силы. Например, для меня это просто сон, да, я могу просто закрыть компьютер и лечь спать. Мне выспаться и все, и у меня, в принципе, замечательный день. Делать какие-то перезагрузки, время с семьей, да, потому что если ваша вторая половинка не с вами, то это очень важно, чтобы, ну, она не нуждалась в вашей любви, чтобы, ну, как это, чтобы вы проводили время вот это семейное вместе. Угу. Да, очень важно. Хотя у меня такое тоже было, я пригласил Сашу, она у меня сидела, я смотрю, блин, за бак сидит. Я говорю, давай, слушай, на меня внимание, я здесь. А мы, кстати, хоть и сидим в одной квартире, да, вместе работаем, мы даже в одной комнате сидим, но мы каждый занят своим делом. У каждого свой компьютер, у нас даже у ребенка сейчас уже свой компьютер, когда он учится онлайн. Вот, и я даже был такой вопрос, погоди, дорогой, мы вот сидим, вроде бы мы вместе, да, а все равно время как-то не вместе. Да, все равно скучается. Да, скучаешь друг по другу, и просто нам один хороший человек подсказал такое делать, может быть, вам тоже пригодится, делайте дни семьи. То есть мы стараемся иногда, ну, либо вместе с ребенком, да, куда-то выезжать, у нас есть место силы, куда мы выезжаем за город, отдыхаем и все такое. День либо, семьи. Да, либо когда у нас ребенок там рвется к бабушке, мы его отправляем, и у нас день семьи. То есть мы делаем. Да. И смотрите, здесь все полностью зависит от вас. То есть вопрос такой, когда вот я буду получать первые деньги? А здесь зависит от того, насколько приспичит тебе это. Вот приспичит быстро, будешь быстро зарабатывать там. 5-6 каталогов на директора выйдешь, если тебе приспичит. Вот. Если так, шаляй-валяй, так тут шаляй-валяй. Если попробовать, да, то не получится. То есть полностью от твоей активности все будет. Это здорово. То есть все рычаги у тебя. Подключаешься, все, тебе твой спонсор дает все рычаги, что надо делать. Вот, что надо делать.
Сколько времени уделяете работе вы? По-вятски говорю, да. По-вятски говорю, да. Сколько времени готовы уделять работе? То же самое. Какие цели себе поставите? Вот от целей, кстати, много чего будет. Захлестнет так хорошо, как парус расправится. Не, но они должны быть постепенные, да. Не так. То есть смотрите, что важно, да, не надо сейчас, допустим, крузак себе 200-й хотеть. Посмотрите в ванну, что там бежит, может там смесак надо поменять. Поставьте, задайте цель, хороший немецкий смеситель себе купите. Обои переклейте. Да, обои переклейте, плитку может где-то кинуть надо, нормально все. Там, себе сапожки новые. Да, сапожки новые, детям что-нибудь там. Может быть там компьютер поменять себе, там кнопки все вылетели, половина кнопок на компьютере. Пользуешься этой экранной клавиатурой. Может, компьютер поменять стоит. Вот. Посмотрите. То есть начинайте вот с минимального. И у вас, когда вы будете вот постепенно сапожки возьмете, у вас знаете, сколько энергии появится от этого. Блин, я смогла. Рифлей, может, сапоги. Ну-ка, дай еще сейчас. А вдруг он нам не еще больше? Да, там 10 квадратов плитки куплю сейчас себе. Давай, давай, понеслась там. Вот. И как бы, насколько тяжела у вас ситуация. Да, действительно так. Дальше. Смотрите, ну вот наши достижения, да, с проектом, это говорит не о том, что там, например, хоп, там и прилетели деньги. Это результат труда, который мы делали. Делали, 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 делали. Вот. Что это, все слайды, зачем я слева разместил, я что размещал уже? Ну давай, что-то. Ну, короче. Это пришел доход, вот последний с премией за старшего директора. Это вообще не отсюда слайд. Подожди-ка. Во. И нет, это тоже не то на 5 деньги. Ну, в общем, вы поняли, да, что мы зарабатываем? А это что-то тут... Да. Это не то вообще. Чик. Во. То есть, ну, все начинается, вот, может быть, у кого-то такая цель, да, вот, похудеть хочу. Вот у меня была такая цель, то, похудеть. То есть, я был толстяком. У него рубашки не скатились. Ну, может, да. Они мылы были, но это покупали они, потом они не скатились. 52-й у меня был размер, я сейчас 48-й ношу, иногда 46-й там получаю. Ну, он, блин, обтягивает. Потитьком. То есть, вот на банкете директоров на нашем первом, хотя мы уже... Фотка такая не очень. Даже больше фотошопа. Мы уже на новый банкет квалифицировались, осенью едем. Вот, все, если все хорошо. Ну, все как бы, все точно поступает. А вот на этом банкете мы поняли, что как компания нас любит, когда именно для тебя выступают звезды шоу-бизнеса, когда стол накрыт, там ломится там всяких вкусняшек, всяких ешь, там можешь там объесться, без разницы, потанцевать, сходить, растрястись. И когда ты встречаешься в кругу такой, где вокруг тебя огромное количество людей успешных, и каждый может открытый такой, общительный, да. Я Андрею говорю: Андрей, слушай, я вот никогда на свадьбах не была на 2000 человек, вот это как свадьба, потому что ты можешь подойти к любому, сказать: привет, давай сфоткаемся, давай там еще что-то, ты такой классный, давай. Все, когда тебя приглашают на сцену, когда ты стоишь, тебе все аплодируют, да, и вот, пух, вот этот салют, фейерверк. Я желаю ощутить это каждому, да, человеку, потому что это нереальное ощущение, которое, ну, невозможно передать вот так. Когда... Главный, вот представляете, помните, например, была у вас, не была свадьба, когда ты на ней самый главный герой, ну и вторая твоя половинка там, ну если, ну тут свадьба, короче, если один приедет, свадьба на одного будет, где ты там самый главный герой. Все, чествование полностью у тебя, когда подходят представители от компании, знаете, да, SM-менеджеры у каждому лидеру представлены, да, которому ты можешь задавать вопросы. Когда он приходит, тебя поздравляет: спасибо тебе за работу, ребят. Спасибо вам за работу, ребят. Вот. И это здорово, когда подходишь к сцене, тебя охранники не отгоняют от звезды. Они отгоняют тебя, чтобы тебя из фейерверка не подстрелило, короче. Чтобы в платье дыры не было, короче. И там нету такого решеток, загородок, что он там... Как надо, да, можно, мог бы там за ногу Лазарева схватить, там, да. Лазарев, пошли как нам. И сфоткаться так, как будто он сзади тебя стоит. Да, то есть, вот ты там реально все для тебя. Но это как бы мелочи, да, по сравнению с тем, что начинает доход в твою семью приходить. Не, но это все равно приятно. Тем не менее, вот до этого ездили. Каждой девочке приятно. Ну да, девочке приятно. Ездили реально на ведре до этого. Вот ездили на десятки, боялись, что отпадет дно. Постоянно там, ну, нет уверенности было в автомобиле, что ты выехал сейчас за угол, повернул, и у тебя что-то там не отпало от нее. Вот. Сейчас нормальный автомобиль. Не новый, правда. Не новый, но, блин, он классный. Но мы работаем. Да. Хотим автопрограмму. Хотим, конечно же, в плюсах ездим на хорошем, хотим еще лучше. Это нормально. Потому что у человека задача всегда, вот у него душа всегда хочет что-то развития постоянного. Это нормально. Вот.
То есть ездим, получаем удовольствие. Да, автомобили. И как бы хороший автомобиль. Все. Ездишь, благодаришь. То, что ты смог здесь это сделать. И он не последний, что ты знаешь, что ты сможешь купить тогда-то, тогда-то новый. Я все знаю. Вы думаете, нам легко вдвоем, да, расстроить этот бизнес, вы просто не представляете. Потому что когда вдвоем присоединяетесь, вдвоем, не один, а вдвоем, то здесь есть такой соблазн переложить... Ой, не Reflame. Reflame звонит. Возьми, Reflame как бы это не банки, это Reflame. Когда ты присоединяешься, вот, Виктор Афонин звонит, короче. Вот присоединяешься, есть такой вдвоем, да, есть такой, как это сказать, желание, либо что-то такое, подсознательно переложить ответственность на вторую половинку. Когда ты, например, прилетаешь, приезжаешь куда-нибудь, а ты сделал вот это, ты сделал вот это, ты сделал вот это, ты сделал. Потому что нет разграничения обязанностей. Вот что здесь еще важно. Когда ты один, это ладно, ты сделал, ты все, царь и бог. А когда вдвоем, важно всегда разграничение обязанностей, чтобы было, чтобы каждый отвечает за свою сферу. Это, кстати, у нас очень долго были вот эти терки между собой. Да. И они реально сказывались на продуктивности. Да, очень. Вот. Поэтому, если, например, у вас есть такое желание или такая как бы потребность, вот как бы мне было здорово вдвоем работать. Вот. А вот то, что вы там, например, вдвоем сейчас не работаете, да, это, например, есть, например, что у вас, например, легче сейчас работать в одиночку. Потому что вдвоем работать – это дополнительные усилия. Понимаете, еще уходит, затрачивается энергия на как можно раз… Можно развестись даже. Да, можно, кстати, даже и развестись при этом. Потому что, вот, ладно, там, например, и там кто-то фишками обладает, как гасить все конфликты, да, и приходить, иметь конструктивный базар, ну, разговор, да, к общему знаменателю. А кто не имеет, это же вообще вилы. Так вот, в общем, пусть у вас будет так вот, как сейчас идет. Вот вторая половинка потом все увидит и там присоединится, и у вас будет все равно конструктивный разговор, и вам все равно будет это все разграничивать. Пока пусть идет у вас так, как сейчас идет. Вот. Другая тема, это вообще, это конференции в Болгарии. Конференции компании. Конференции в компании в Болгарии, Золотые пески, я там был. Это супер. Это, об этом можно бесконечно говорить, это не как по путевке ездить куда-нибудь. Турция там, это вообще рядом даже не стояло. Вот. Очки. Так, давай ты сейчас расскажи про Хорватию там, открой дверь. Андрей, мы побывали на двух менеджерских конференциях от компании абсолютно бесплатно. Вот, первая наша была, это Болгария. Андрей квалифицировался, там была единственная конференция, когда была вторая волна. Вот, и мы как раз тогда в этот момент выросли до звания директоров и поехали, Андрей поехал в Болгарию. Мы решили, что поедет первый он, так как он мужчина, ему важно проверить, а действительно ли там все так, как говорят. Стоит ли жену отправлять? Можно ли меня отправить туда в следующий раз? Вот. И вторая конференция была, это была уже на следующий год, по-моему, да? Это была Хорватия. Туда я уже летела не одна, летела с Ксюшей, с партнером нашей команды. Вот мы обе квалифицировались и встретились там. Угу. Вот, там, конечно, очень, конференции – это вообще это как небо и земля от отдыха, когда ты сам отдыхаешь. Как один тогда сказал человек, что если бы вам даже дали миллион, и вы бы поехали, вы бы все равно сами не смогли себе организовать такой отдых, который организовывает компания. Это просто шикарно. Да. Сейчас может поехать абсолютно каждый человек. Это Хрёдская, да? Нет. На турецкую ривьеру. Ой, турецкую ривьеру, все. В Таиланд в 2021 году. Причем условия такие простые. Мне кажется, их никогда не было таких простых, что может поехать любой человек. Да. Вот. И мы туда тоже квалификацию проходим. Да. Предметно, да, по всем конференциям, это, например, почувствовать заботу от компании. Когда, например, позавтракали, и все уезжают на обучение, да, начинается первый день приветствия, часто не новые звания, какие-то программы объявляются. Вот. И это затяжное мероприятие. Оно идет некое время, да, до вечера. Ну, у нас не до вечера было. И при этом компания берет и каждому партнеру своему, включая тебя, дает такой мешочек, сухпайок, который ты открываешь, он все. Мне там просто это понравилось. Обрисовано там для тебя груша, для тебя орешки, все для тебя подготовлено, чтобы ты там
как это говорят, просто народ не обламывался, сидел, чтобы тебе было там комфортно. Кушать не хотел. Вот. И у нас, например, все это дала, да, бутылочку воды, и все прошло, хоп, обед. А давайте-ка поехали все вместе на обед, обратно к себе в гостиницу. Все, и смотришь, ну, толпа такая выходит, да, вот из здания, например, у нас было в спорткомплексе, да, вот видите, огромное здание выходит, и автобусы, компания организовала автобусы, друг за другом вот так вот курсируют, для тебя именно. Подъезжает, забирает, возит, причем расстояние до отеля там было минут 20 езды. То есть представляете, сколько автобусов, чтобы они друг за другом подъезжали, забирали людей, должно быть. То есть реально компания готовится к этому, то есть она делает реально шедевр из всех конференций. Поэтому квалифицируйтесь в Таиланд, потому что там, конечно, вообще будет шикарно, такого не было еще в компании, что уже с директорского уровня можно будет поехать туда. Угу. На уровень золотой конференции. Да, да. Давай, Юля спрашивает, как мы делим обязанности между собой. Ну, потом. Ну, да, расскажем потом. Вот. И что мы себе могли вообще первый раз позволить в Орифлейме, это целый месяц путешествий. Целый месяц отдыхать мы могли. Причем там даже нам прилетали деньги. Ну, знаете, да, стабильно каждые 3 недели. По четвергам там день сетевика. Вот. И это здорово, когда ты, ну, свободен. Да, мы там работали, тоже было такое у нас. Но немного, там интернета не было. Короче, мы жили, мы в Кисловодске, на Кавказе мы жили, у нас там был интернет, а в Кисловодске у нас не было. В Севастополе у нас не было. И мы, что мы делали, например, такой лайфхак. Все равно работать-то важно, потому что, ну, еще директорские звания. Заряжали ноутбуки, и мы выезжали там на гору, включали там интернет, все, сидели, пока зарядки не хватало, мы работали. Вот. Но, тем не менее, ты все равно там час-два в день нормально, и дальше. Кстати, тогда в этом путешествии пришел наш директор. Да. Мы начали беседу, и мы уехали без интернета, и я приехала когда домой, ну, дожималки же надо писать. Вот, и тогда пришел наш директор. Да. Так. Все? Вот. Например, все, мы сейчас уже подходим к концу, да. Потом ответим. Например, что еще, что нам сейчас у нас такая важная цель, которую мы реализовали, мы сделали сыну сейчас нормальное образование. То есть изначально мы то, что шли, у нас сейчас образование, он находится на семейной форме образования, плюсом мы подключили еще и ему частную школу, где они занимаются. Сейчас пока онлайн из-за этих событий. Как только все выведут всех вживую, они будут ходить там. Ну, он учится 3 раза в неделю. Да, 3 раза в неделю. Причем они школу опережают. Да. Опережают все занятия, потому что мы еще в апреле уже сдали все аттестации за первый класс. У нас, правда, первый класс еще. Но мы сдали все аттестации, и уже вот в мае мы такой на лайте, так сказать. Да. Сейчас олимпиады у них какие-то там идут в школе онлайн. Ну, и, соответственно, второй класс мы также пойдем туда, и понятно, что эта нам идея понравилась. И благодаря Орифлейму вот это все у нас пришло. Да, потому что это платно все. И сдавать аттестации платное, и обучение платное, но это того стоит реально. Когда ребенок не то чтобы со слезами на глазах идет в школу, когда он говорит: «Как, мама, я не пойду в школу? Нет, я обязательно пойду сегодня». Когда он не выспался, в плохом настроении, с утра просыпается и говорит: «Нет, я все равно пойду в школу». Прибегает, ну, не просто там. Отдельный класс мальчиков, отдельный класс девочек, они учатся. Нам очень нравится, конечно, вообще. И вам доволен. Главное, что ребенок доволен, что его не тяготит школа, и он хочет туда идти. Так, это вообще не то. Вот. И смотрите, вообще свой такой настрой запланируйте. То, что запланировали мы. Видео записывается, конечно. Что ты ждешь от этого бизнеса? Вот, во-первых, здесь не работает слово «ждать». Я вам говорил, пункт А, пункт Б. И просто делаем ежедневные действия. То есть это твой, во-первых, это твой бизнес. Вот сейчас это твой бизнес. Не бизнес твоего спонсора, там, не бизнес там твоих партнеров, кто присоединился, это твой бизнес. И ты принимаешь все действия, все стратегические действия для того, чтобы твой бизнес развивался. После этого уже люди, которые подсоединяются к тебе, твой спонсор, у них тоже становится комфортный бизнес. Из-за того, что, во-первых, ты сначала определился, что тебе самому надо. Что в нем ждать от спонсора? Ровным счетом ничего. Если тебе что-то надо, попроси, все у тебя и появится.
И когда к тебе приходят новички, что от них важно ждать? Это тоже ничего, потому что бизнес твой. Вот. И когда вы, кстати, это поймете, когда мы поняли, что бизнес не зависит от нашего спонсора, он не зависит от людей, которых мы в команду приглашаем, что он полностью зависит от наших действий, у нас пошел рост. Когда берешь полную 100% ответственность за себя, за свою команду, за свою семью, то однозначно все получается, ты в плюсе. Да. Вот. И что ждем, да, просто ничего, но он справедлив. Бизнес справедлив. И в чем заключается его справедливость? Вот представь себе такого человека, да, например, человек, у которого есть абсолютно все. Ну, то есть все, что не попросишь, у него абсолютно все есть. Но для того, чтобы он начал с тобой серьезно как-то разговаривать, он все в основном шутит, да? Ты делаешь вид, что ты работаешь, а бизнес делает вид, что он тебе платит. В общем. Но этот человек, он как бы, как ты ведешь, так и он себя ведет. Вот как только ты начинаешь с ним серьезно разговаривать предметно, он тоже начинает с тобой серьезно и предметно разговаривать. И ты с ним, например, можешь договориться, вот, слушай, я тебе делаю такой товарооборот, что ты можешь за это представить мне? Я тебе буду делать, вот я тебе буду платить вот столько. И плюсом еще ты сможешь автопрограмму взять, и плюсом еще съездить отдохнуть там пару раз, может три, может еще и четыре раза, если как будешь все хорошо делать. Договорились, все, договорились. Ты делаешь, ты получаешь в итоге все, о чем вы договаривались. Вот. То есть, вот это все, например, какой-то дом, там, ну давайте такой набор, да, банальный машина, набор. Машина, дом, путешествие, да. Ну еще и дача может, ну там дом, дача вместе. Вот этот набор, да, среднестатистическая семья, где может это взять? Вот. Я могу, да, там сейчас что-то придумать с пальца, но здесь ты сможешь это 100% взять. Если ты реально четко здесь будешь заниматься построением своего собственного бизнеса, ты обязательно это сможешь все получить. Это не просто какие-то там глупые слова, там, или просто куда-то в никуда реплики. А это действительно подкреплены действием. Делаешь каждый день, начинаешь получать это тоже каждый день, можно сказать. Кстати, когда берешь ответственность на себя, ставишь себе какие-то планы, да, цели, то начинают приходить ключевые партнеры, которые с тобой на одной волне, и ты делаешь этот бизнес. Да, помните, я вам говорил про фантастику, то, что убираем сказки все, убираем всю... Розовочки. Убираем вот эту фантастику, сказки. Почему? Потому что здесь идет конкретика, конкретные шаги. А сказка начинается на дальше. Когда ты получаешь деньги, и сверху вот это, от этих денег в твоей семье начинаются вот эти сказочные фантастические преображения. Вот. Это действительно классно, я желаю каждому это все вам пережить. Самое классное, что здесь может вообще любой человек развиваться. Если, например, я говорю, я вот не смогу... Не, я просто смотрю, говори. Что здесь даже без опыта работы может человек научиться работать, да, и зарабатывать вместе с нами. Даже если стать, например, врачом, да, там, например, зубным, нужно выучиться там 5-7 лет, да, то здесь ты можешь за 5-7 лет уже построить себе бизнес. То есть ты параллельно обучаешься и параллельно сразу же применяешь это на практике, на действиях. Вот. Поэтому и не нужно быть каким-то супер умным. Вы видели бы вы нас раньше, какие мы были. Поэтому, конечно... То есть убираем все предрассудки, все, что мешает, всю эту шелуху. Сдираем, убираем, просто начинаем работать и получать. Поверьте, что у вас огромный потенциал есть. У вас огромный потенциал, который вам важно просто раскрыть. И дать, и главное, что дать себе время для того, чтобы этот потенциал раскрыть. Потому что многие люди, к сожалению, приходят, и они говорят, вот я месяц делала, что-то, да, нет, не получилось. Наш, например, первый ключевой партнер вообще пришел через 8 месяцев работы. Вот. Но мы могли бы тоже сказать, Андрей, слушай, что-то этот бизнес не работает. 6, я полгода здесь сижу и что-то делаю, да, а никто не приходит. Что-то вот как-то вот 3-6, и что вы дальше-то делать? Вот. Но когда ты принимаешь решение, и когда даешь себе время для того, чтобы здесь развиться, и принимаешь такое, что только Oriflame, и только здесь я смогу это здесь достичь, и я пойду до последнего, вот, то тогда и Вселенная понимает, что да, ты готов. Ну, на пути, понятно, будут какие-то препятствия, проверки, да, как я говорю, почему-то люди иногда присоединяются, у них сразу же начинают дети болеть, там, либо у них что-то случается, да,
У нас тоже дети болеют, у нас тоже ребенок болеет, он тоже с нами находится целый день. Но, однако, у нас поставлены приоритеты, да, это работа, конечно же, да, наш ребенок точно знает, что вот в это время мы гуляем, вот в последнее время мы сделали, у нас уж прям график, когда мы кушаем, когда мы гуляем, мы встаем рано, да, чтобы сходить на прогулку с утра, когда мама с папой работают, когда у нас обед, когда он может прийти и сказать: папа, поиграй со мной, да, то есть он это точно знает, потому что, ну, и как это сказать, это и в вашей семье тоже может быть, когда вы примете решение развиваться здесь, и когда Вселенная и Oriflame вам откроется, все получится, в общем. У нас тоже это все не сразу получилось, поэтому так. И я, и только я, единственный автор, источник всего, что происходит в моей жизни. То, что вас окружает, это результат просто ваших мыслей и ваших действий. Вот и все, ни больше, ни меньше. Да, не ждите ни от кого, что кто-то что-то вам сделает, что кто-то должен там приглашать кого-то, кто-то должен там делать ЛТО, там, либо кто-то еще что-то должен. Вам никто ничего не должен, только вы. Вы один единственный. И вы это сделаете. Да, и вы, у вас обязательно все получится. Ну, в принципе, у нас на этом все. Вопрос, подожди, вопросы. В общем, вопросы пишите. Здесь немножко, давай быстрее. Запись будет. Она уже есть, но если вот это пока. Я просто ее обрежу, чтобы музыки не было в начале. Чтобы покороче было. Здесь один единственный вопрос. Поделитесь между собой. Как вы делите обязанности между собой? Мы просто смотрим, что у нас лучше получается. Например, рекрутинг у Саши, он получается по бесплатным методам, да? У меня рекрутинг по платным получается. Мы вот уже разделились. Значит, у меня всегда в приоритете было то, чтобы рекрутинг был постоянным. Постоянный рекрутинг был. То есть я что-то могу взять на себя. Например, рекрутинг, например, Саша, да, шпарит, я где-то что-то беру на себя. Например, по работе там в команде, по командообразованию, по дальнейшему развитию, как это все поставить на рельсы. Либо обед приготовить. Ну да, обед приготовить, например. Это, кстати, тоже же никто не отменял. Мы также прибираемся дома, мы также кушать готовим и все это делаем. И уроки учим с ребенком, поэтому это... Например, что-то затягивается по работе, там, да, например, срочно по работе, сделать. Да. И, например, она лучше это сделать меня. Понятно, что сажусь, я есть, а ведь надо... Ее на тоже покормить. Она там покормить. Но если я сейчас ее отправлю готовить еду, то процесс встает. Соответственно, что я делаю, я там этот повар. Меня, и мужчины, кстати, очень вкусно. Да, у меня три мишленовских звезды, если что. Может быть, и 5 будет в ближайшее время. Вот, то есть без проблем, никто ничего у нас здесь не обламывается. Кстати, в процессе карантина наш ребенок научился жарить блины, потому что мама с папой, им было некогда, ему так хотелось блинов, я говорю: давай я тебе замешу, а ты сделаешь. Он говорит: давай. Пока это я все замесила, что-то убежала куда-то, Андрей его научил наливать, все, и сейчас у нас блины жарит ребенок, что да. Очень облегчает нашу работу, не стоять и не жарить это все. Вот. Еще, кстати, поделюсь, да, как мы делили это все. Мы очень долго ходили, с друг другом разговаривали, как Андрей говорил, да, что важно вести диалог в семье всегда. И мы говорили: вот скажи мне, вот какие вот ты видишь в себе сильные стороны, а ты в себе какие видишь, да? Потом, например, либо Андрей меня спрашивал: как ты думаешь, какие у меня сильные стороны, да, чтобы вот, например, со стороны же все равно виднее. Вот, и тем самым мы разделились, мы поняли, какие у Андрея сильные стороны, какие у меня сильные стороны, да, где, если я, например, могу сделать там за час работу, а он будет сидеть 3 часа делать, зачем нам это надо, да, я возьму, сделаю это быстрее намного. Вот, поэтому у каждого есть сильные стороны, не надо подтягивать какие-то слабые ваши стороны, надо просто развивать сильные. Вот, сильные в каждом человеке, они однозначно есть. Вот, всем спасибо за то, что вы благодарите. Мы стараемся, чтобы это было так непринужденно, легко, да вообще бизнес устроиться легко. Потому он еще классный. Ежедневная и регулярность важна. А ты цветы за них ставил, да? И мы здесь, когда закрыли звание старших директоров, компания сделала такой приятный сюрприз. Ну, вы, наверное, видели в ваших чатах командных, да? Когда компания каждому закрытому званию прислала цветы. Честно скажу, я прыгала до потолка, когда они позвонили, сказали: для вас сюрприз. Я говорю, как-то не было такого случая, чтобы мне кто-то просто вот так вот позвонил и сказал: вам сюрприз. Вот мы, ну, я честно скажу, я знала уже, потому что я в чатах-то видела эту информацию. Вот, но я так волновалась, и пришли цветы, такие букет ромашек, это просто обалденно. Потому что наша компания, она самая человечная, да, она с таким человечным, как это сказать, лицом, да, когда
ну, не знаю, каждый человек поддержит, каждый человек поможет, каждый там компания тебя постоянно благодарит, такие почести, да, вот где вот на обычной работе это, ну, вам даже, да, цветы просто так подарят, не на 8 марта. Вот. Вот, поэтому все, мы заканчиваем. Сегодня вечером в 6 часов я буду вести систему работы нашу, на вебинар, набросаю то, что как мы работаем, как мы видим, ведем этот бизнес, да? Андрей поделится тем, скажу немножко, да, как это сказать, поделится тем, что мы очень долгое время были на звании директора. Ну, вот у нас как-то вот был такой вообще прям директор, дальше как-то и ничего. Вот, и мы искали даже с некоторыми топами, просили, да, чтобы они с нами как-то нас, ну, как это сказать-то, подтянули немножко, да, повыше так, потому что каждый новый уровень, это, ну, нужно чем-то новым обладать, да, чтобы вырасти. Даже почему, например, мы сейчас не бриллианты, да, хотя очень хочется, да потому что элементарно мы еще, ну, не доросли, значит, нам нужно еще дать себе время для того, чтобы это сделать, и еще и, ну, себя подтянуть в плане роста своего личного развития. Вот. И поэтому Андрей поделится, что мы начали делать в своей команде, вот, как вот это все объединили. Ну, я думаю, что полезно будет. Угу. Ну вот. Все. Давайте, до вечера. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что пришли. Да. Всем хорошего дня. Вечером вас ждем. Пока-пока. Пока-пока.